поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от сегодняшней конференции. Ну, довольно-таки емкая, хорошая конференция, много народу. В основном азиатский рынок. Азиатский рынок, он для нас, я бы сказал, немножко неизведанный. В нем очень много интересного и нового. Поэтому перспективно интересная конференция. А что нового вы здесь узнали для себя и для своей индустрии, для своего бизнеса? Во-первых, если смотреть ферросплавное направление, то азиатский рынок, он шагает немножко впереди. Если мы работаем, в основном наши технологии завязаны на уже проверенных старых материалах, не в том смысле старых, а давно опробованных и давно используемых, то азиатский рынок, он всегда движется вперед, и они выбирают для себя более энергоемкие, такие более дешевые материалы, но которые имеют больший коэффициент усвояемости и, соответственно, получаем лучший результат. А вот скажите, на этих конференциях всегда обсуждаются такие темы, как технология блокчейн, ICO, криптовалюта, конечно. И вот в своем направлении вы сегодня видите, скажем так, применение этим новым технологиям, или вы уже сейчас внедряете какие-то проекты? На сегодняшний момент мы рассматриваем технологию блокчейна. Для нас она довольно-таки интересна. Мы даже планируем запустить некий пилотный проект. У нас есть своя группа, которая работает в Сколково, это в Москве есть такой институт. Да. И, соответственно, совместно со сколковским нашим направлением мы планируем запустить блокчейн на определенную номенклатуру и посмотреть, как это будет работать. А сколько времени вы отводите на то, чтобы разработать свою технологию? Мы уже в полную занимаемся этим вопросом, и я думаю, в ближайшие 3-5 месяцев этот проект мы запустим. Спасибо вам огромное. Не за что.